Приветствую всех любителей рыбалки и особенно тех, кто любит ловить щуку спиннингом. Сейчас зима, и вспоминать о расцветающей природе с самого начала лета, сидя у камина, в самый раз. Сегодня речь пойдет о моей последней поездке на Аландские острова. По традиции, эта поездка у нас происходит на границе весны и лета. А в этом 2018 году это было 28 мая. В этот раз я ловил с Пашкой, с которым 3 недели до этого на Лепойском озере провел 10 дней в одной лодке. И мы там уже попритерлись, выработалась своя тактика, нашли какие-то интересные приманки и подходы к рыбе, которые хотели использовать на Аландских островах. Про некоторые приманки я расскажу отдельно. Скорее всего, это будет после моего рассказа о рыбалке в самом конце. Ну что ж, история получилась длинная, интересная. Этот сезон был достаточно удачным для нас. Рыбы было поймано немало, отснято было много материала и получилось 7 частей. И каждая из этих частей будет рассказывать про отдельный день. Поэтому усаживайтесь поудобнее, поехали! Всего нас было 10 человек, ехали на 3 машинах. На Аландах нас ждал все тот же 10-местный коттедж на базе Хьорто. И вот мы на месте. 8 градусов тепла. Погодка шикарная, как мы всегда приезжаем. Замечательно, небольшая рябь на воде, тихо, солнечно. Полным ходом шла разгрузка автомобилей. Так как в этом коттедже мы уже 3-й год, у каждого уже есть свое место. Сначала надо разобрать продукты, ну а потом можно разбирать снасти и хвастаться, кто чего привез. Вот это вот со ставками этими голубыми, она играет так вот, прям... И ничего из этого работать в этом году не будет. Это вот... Будет работать там маленькое такое, корявое такое, старое, перекошенное что-нибудь. На это 8-ка клюет. Несмотря на дружный коллектив, все хотят побороться за самый крупный экземпляр щуки. Поэтому на обзоре появляются приманки и цвета, ранее не обсуждаемые. Каждый привез свое секретное оружие. В этот раз и у меня была приманка, которой я надеялся удивить щуку. Но об этом чуть позже. Ну не, нормально будет. Этот красивый цвет, конечно. Просто такой эстетически приятный. Да, вот последняя пачка это было. Что-то понравилось. Мария, хозяйка базы, встретила нас, как всегда, с улыбкой. Правда, новостями не особо порадовала. С рыбой пока плохо. Одна из лицензий на дополнительную зону также стала дороже. Зато погода наладилась и будет тепло, как сказала она. Вышли на воду, день первый, сейчас 9 часов утра, все как обычно уже учесали, мы собирались долго и выходим последние, за нами еще Вадим с Андреем, короче, очень низкая вода, вода настолько низкая, что хозяева даже предупредили, что близко к пляжам не подходить, потому что здесь даже где стоят лодки, от нормального уровня где-то 0,5 метра, вот, так что... Надо будет искать, чувствую, новые места. Щука наверняка сменит свои позиции прошлого года, потому что в прошлом году было на 0,5 метра больше нормы. Так что рыбалка будет интересной. Такого года у нас еще не было. Стабильность атмосферного давления – это положительный фактор. И, кстати, теплая солнечная погода после нерестовой щуки только в плюс. Конечно, не терпелось выйти на воду и самим проверить обстановку по рыбе на данный момент.
Ну что, первый забросик. Макаронина. Макаронина. Кстати, интересно, что в прошлом году мы стояли точно так же первый раз. Не в самом углу, а вот немножечко от. Да, слушай, задеваю дно конкретно. Вот такой я примерно, знаешь, уже привык к какой-то скорости. Динг-динг-динг. Ну вот, первый заброс прошел пустым, значит, все будет хорошо. Семерку на первом забросе сломал. 7,5 на первом забросе, и потом 0 просто. Хотел за 7 выйти? Хотел, получил, как говорится. Ну. Так. Зацеп, конечно, офигеть, засело просто моментально. Мы же подходить-то не будем. Ого! Ого! Вообще не вырвать. По первым ощущениям все казалось перспективным. Температура воды, появившийся зеленый камыш. Однако погода была не щучей. Яркое солнце и практически безветрие. За первые 40 минут у нас не было ни одного контакта с рыбой. Ну что, пора кого-то достать, не? Я рад слышать это. Вспоминая прошлые годы, в такую солнечную погоду эти места казались всегда безжизненными. И я почему-то не сомневался, что вечером или в пасмурную погоду здесь будет много рыбы. Но проблема была в том, что хотелось сейчас снять зуд, получить хоть поклевку, а лучше повываживать упитанную оландскую щуку. Вадим с Андреем были метров 200 левее и облавливали не менее уловистую точку, находящуюся у самой границы зоны Годби. И до этого момента у них также не было ни поклевки. Есть, есть, есть! Блин, посмотри какой! Подсак, подсак, подсак! Не, надо подплывать. Она не выходит. Она уходит там. Давай, давай, Андрюха. Есть, есть, вытащил, вытащил ее. Вышла, вышла. Есть, хорошая, хорошая. На наша. Включай, включай камеру. Хоп, или идет на меня? Хоп. Идет на меня. Есть, есть. Блин, хорошая, Андрюха. Надо брать. Какой-то, блин, монстр. Я вообще не могу сдвинуть ее с места. Да. Тормоз. Давай подплывать. Снимайся с якоря. Она намоталась, она выскочила. Вышла, 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 вышла. Здесь она, здесь. Вот она здесь. Давай, давай, давай. Ты включил камеру? Давай, поднимай, Андрей, Андрей, нету времени. Она здесь. Сейчас поднимаю. Тихо, 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 тихо. Блин, она здоровая. Андрюха. Пятера, пятера. Осторожно, удочку. Спокойно, спокойно, спокойно. Подними, опусти просто. С этой стороны, с этой стороны давай. Подойди сюда, встань на эту встань. Ко мне подойди. Фу, сейчас мандраж в руках. Блин, такой удар.
смотри. А, 3500. 3580. Маленькая такая? Да. Так была поймана первая щука в нашей компании. Ну что, в одной лодке у нас уже щука появилась, вот, а у нас пока все как-то продвигается вообще не в нашу пользу. То зацеп, то Пашка отстрелил, блин, 100-граммовый пикшет. Ну что, поднимается ветерок. Ветерок, скажем так, умеренный, но не совсем хорошего направления, на мой взгляд. Это не лучшего. Вот сейчас только что вы видели, как мог улететь еще один пикшет в исполнении Пашки. Ну что, ловим, ловим, пробуем. Первый день, он трудный самый, понять что, где, на что. Но это интересно. Да. Вскоре у Пашки зазвонил телефон, и Вадим сообщил, что один из экипажей отличился. Ты не говоришь, что Эдик маленький? Нет, Серега. Да, Сергей планку задрал очень высоко. Уже в первый день, в первые же 3 часа 8200. Ну что сказать, молодец. Ну они же там вблизи, не? Щуку взяли совсем недалеко от базы. В том же месте они уговорили еще одну рыбу, но на этот раз Влад. Вес 5400. А на что поймал восьмеру? Спрашивал? И ты, небось, на... На йоде. А ты тоже на темное носовую мору? Да, я на свою поймал. Ясно. Будем работать. Давай. Блин, уже 12.10. Это мы уже 3 часа испытываем судьбу. Блин. Казалось бы, да? Проверенные места, вот которые там. Ну хоть шнурочек был, ну пока ничего нет. Хорошая. Итак, наконец-то в нашей лодке шевеление. И судя по начальным рывкам, щучка не маленькая. Получается, что мы только перешли на темные приманки и буквально сразу получили поклевку. Слушай, ну она даже не показывается. Это хороша. Да, трешничек. Слушай, ну какой за трешничек? Там какая-то... Она вообще просто идет в бок и все. Ну, там нормальный габлс, хотя это еще аланская щука. Говори, года. Где она? Вот, ну 3,5 тут есть. Все зажралось, своего мура не видно вообще. Фу. Ну, благодарствую. С открытием тебя, с почином, с полем, так сказать. Что, ну, она выглядит голодной. Дай-ка ты мой самомур для начала. Так, ребята, вы все щуки пойманы на одну и ту же самомуру. Да, это была информация к размышлению. У меня было несколько таких приманок, но еще столько хотелось перепробовать. Вскоре мы двинулись на базу, чтобы немного передохнуть. Что ж, наступил вечер нашего первого дня, и теперь вот должно подтвердиться хотя бы одно предположение. В прошлом году у нас очень неплохо ловилась рыба вечером, а именно уже в районе там после заката, там, то есть 11-12 часов. Вот сегодня мы попробуем ловить именно так. Нам дали еще одну лицензию, привезли, точнее купленную нами лицензию. Лицензия на зону Castleholm. Это уже стало нашим излюбленным местом. Ну, не могу сказать, что мы там попадали так, чтобы вот от души, как мы попадали на Годби. И планируем, наверное, начать именно с новой зоны. Солнышко начинает уже падать. Сейчас без 15,8.
В общем, самое время выходить на вечернюю зорьку и ловить крупных ман. Вот угол проверили, да? Да. Все проверили. И что? Ну вот так, экспрессом. Блин. Будь здоров. Спасибо. Здоров. Пусто там, да? Мы ничего не поймали. Не понял. Пусто там, не пусто. Судя по информации из полей, пока мы отсыпались и отдыхали, щука была в отказе. Вадим с Андреем все это время провели на воде без результатов. Так как ребята сказали, что у камыша достаточно много салаки, у меня появилась идея проверить воблеры, чем я в принципе и занялся. Я хочу поставить все-таки, наверное, этот эвергрин. Вот он у меня проверенный здесь. Что-то в нем такое было, что щука его брала. Тогда я поймал и пятерочку, 5,5, по-моему, даже не знаю. А, кстати, у меня же есть еще... Воблеров я зачем-то набрал с собой аж 4 коробки. И это в каком-то смысле усложняло задачу выбора. Половина из этих воблеров в Аланской воде никогда не купалась. И для того, чтобы их проверить, нужно потратить немало времени. В целом, твичинг мне нравится. Но сейчас это я позиционировал как альтернативу, чтобы разбудить пассивную щуку. Основные надежды все же я возлагал на средний и крупный силикон. Смотри, поклевок нет. Что еще предложить? Ну давай. И пикшедов в размере Junior у меня была целая коробка. Можно сказать, всех цветов радуги. Часть из них была репликами, произведенными нашими местными мастерами. Признаться, большого доверия я к ним не испытывал и старался ловить на оригиналы. Салача нацепил. Идеальный воблер. 30 сантиметров заглядываем. Все наши попытки поймать рыбу там были тщетны. И мы ушли на мою вечернюю точку. Недалеко от этого места мы сегодня с Пашкой поймали одну единственную щуку, которая была у нас в зачете на этот момент. Оставалось дождаться, пока сядет солнце и наступит момент истины. В этот день я еще не подержал ни одной щуки и очень надеялся на чудо. Вот сейчас, это же удар был. А, нет. Лещ? Это лещ был. Ну, рыба. В любом случае, контакт с рыбой. Не поспоришь. Тут не поспоришь точно, да. И вскоре я все же получил долгожданную поклевку, но что-то пошло не так. После удара я почувствовал слабину и перестал ощущать приманку. Эвергрин? Сёшку, да. Она, походу, любую может разбить, я так понимаю. Удар хороший был. Ну что, я полетел туда? Первая поклёвка. Это, возможно, та же, что у меня тут буйствует одна какая-нибудь. Слушай, а он сломался. Вот тебе эвергрин. Начал оттаскивать от камыша и сразу... Знаешь, я тебе скажу, что не было такого прям «бум, отдай палку». Просто, знаешь, вот такой момент какой-то, ослабла леска, и я понял, что что-то тяжелое повисло, и вот как-то «пых», знаешь, вырвал просто. Ну, некрасиво. Застежка от Evergreen была жестко сломана каким-то монстром. Рыба среагировала на релакс турбо в лимонном цвете. И я решил восстановить снасть, как это выглядело пару минут назад. Ситуация, конечно, удручала. В щучьем раю за весь день получить несколько поклевок, при этом на одной из них не выдержал карабин. Однако активность продолжалась, и следующий шанс был дан Паше. Есть. Блин, фрикцион. Да.
Да. А вот это уже был действительно серьезный экземпляр. Схватив приманку, щука спокойно развернулась и пошла в камыши. При этом, когда Паша зажал шпулю рукой, лодку просто начал разворачивать. Оставалось только догадываться, что это был за монстр. Кто его раскручивал? Даже учитывая наш опыт, мы были в растерянности от случившегося. Блин, ну я держал, когда она сошла. Солнце уже упало за горизонт. Было почти 12 часов ночи. Стало ясно, что активности уже не будет. И мы потихоньку стали собираться. По три забросика? Да. После этой фразы обычно случается поклевка. Но не в этот раз. Выматывая последний третий заброс, как мы условились, я уже начал обдумывать планы на следующий день. Но Паша человек нестандартных решений и любит ломать правила. Финальный я делаю. Хоть это четвертый. О. О, есть! Четвертый. Да. Ну, это, конечно, не монстр, но... И вот случилось чудо. Наш экипаж поймал вторую щуку. Но ее еще надо было дотащить. Щука очень спокойно шла к лодке, практически не делая рывков. Понятно, что не трофей, да и, в общем-то, размер сейчас не имел значения. Но сегодня меньше трешки пока еще никто не ловил. Дай бог. Нифига себе. Крокодил. Четвертый забрался. Нечестно, да? А я три сделал и положил. А я просто все никак не мог попасть, куда я хотел, блядь. Я же ты видел, я только кинул туда. Да-да-да. Вот тебе и пикшет. Я теперь знаю, все, морковка завтра остается дома. Да, слушай, пикшет. Пикшет есть пикшет. Размер щуки был тоже очень хорош. Потянула она на 4200. На тот момент это была капля в море, но это так подняло нам настроение. Вот такой неоднозначной и интригующей была рыбалка в первый день. Да, в этот день я остался без рыбы. Но это только начало. Всем пока и ни хвоста, ни чешуи.